Сейчас мне хотелось бы поговорить про работу Валентины Самариной «Метаморфозы». Она на нашей выставке попала в раздел «Потусторонние». Это фотография, такая сложная техника, которая называется «Санки принт». Это авторское название, ну и, собственно, техника авторская. Об этом вот Аня нам, может быть, поподробнее расскажет. Ну вот как раз на обороте этой фотографии видно здесь авторская подпись «Санки принт», а здесь его штамп парижской мастерской. И суть, в общем, этой техники заключается в том, что он накладывает от двух и больше негативов при ручной печати на фотографии на бумаге, покрытой серебряно-желатиновым слоем, и добавляет при печати всевозможные растворы химические. То есть получается такое химическое тонирование с использованием совершенно разных реактивов. Я вижу, что часто довольно-таки, помимо, ну, вполне доступных нашему знанию, да, надписей там на, в общем, кириллице, да, или на латинице, или вот явно каких-то подписей, которые можно как-то сопоставить с именем и фамилиями художника, да, Валентин, Самарин. И существуют еще иногда такие странные письмена, напоминающие какую-то арабскую вязь или что-то такое. Вот насколько часто ты это встречаешь, удалось ли понять примерно хотя бы из какого это языка, или это такая вот чистая экспрессия какая-то художника, которая выливается наоборот? Ну да, как мы можем ограничить фантазию художника? Нет, это, скорее всего, чаще именно индивидуальные какие-то черты. Не так много художников, кому это присуще. Поэтому скорее исключение. То есть это какой-то такой Да. авторский шрифтовой порыв. Ну вот это сами фотографии его так выглядят, и тут наоборот тоже. Да, вот вновь какая-то такая интересная, подобная какому-то шифру или каким-то магическим письменам. Ну, в общем, да. Графика наоборот. Графика. Ну, и такие неожиданные эффекты получаются. Тут, по-моему, какой-то портрет или Да, вот еще здесь одно тоже изображение на обороте, да. разные авторские рисунки. То есть тут практически помимо, ну, таких характерных для него автографов, как Валентин Самарин, да, или отпечаток вот этого авторского такого клейма, мы можем каждый раз ожидать, что это будет какой-то сюрприз, да, еще какой-то такой, как мы сказали, бонус на обороте. Ну, невозможно ограничить автора одной стороны.